Друзья, всем привет! Сегодня предлагаю вам необычную идею декора из оставшихся после праздников салфеток. Вот такие вот обычные бумажные салфетки, самые дешевые. Нам понадобится стеклянная баночка или бутылка. Клей ПВА у меня вот такой вот. Наливаем его для удобства в какую-нибудь емкость. И приступаем. Для начала нам нужно нашу банку полностью покрыть салфетками. Для этого я смазываю клеем ПВА кусочек. Все сразу неудобно будет держать, поэтому частично вот так вот смазали часть и приклеиваем слой салфетки. Не особо стараясь, просто руками немножко приклеили, потом сверху покрыли еще слоем клея. Закрываем полностью всю банку. Если вам неудобно держать, можно подсушить какую-то часть. Или вот так вот поставить ее горлышком вниз и добавить там, где было неудобно, еще салфеток. И хорошенько просушить это все феном. Теперь нам нужно мокрое полотенце. И мы будем делать вот такие вот бумажные жгутики из салфеток. Для этого я кладу две салфетки, можно одну, можно еще больше, если взять большое полотенце, как вам удобнее. Ну вот две вполне себе удобно получается, длинный жгутик. Таким образом просто складываем ее аккуратно, чтобы она не порвалась, и потом вот так вот скатываем, просто придавливая руками. Особенно в месте, где вы соединяли две салфетки. Прокатывайте по мокрому полотенцу. Получается вот такой вот плотный, гибкий жгутик из бумаги. Таких нужно сделать несколько. Точное количество можете определить в конце. Не обязательно сразу много делать таких жгутиков. На дно банки я решила сделать такой длинный жгутик, свернуть его вот так спиралью и приклеить. Вот таким образом. Я клею на тот же клей ПВА. Я его испробовала, он у меня хорошо держит. А вы можете, если у вас вы не уверены в своем клее, что он будет хорошо держать, именно для приклеивания деталей вот этих вот из салфеток, можно использовать какой-нибудь другой клей, более такой крепкий, быстро схватывающийся. Ну, у меня все оказалось нормально и с клеем ПВА, но он бывает разный, поэтому не могу сказать за все марки, за все его виды. Вот так вы сделали спираль на дно, и это все дело покрывается тоже сверху слоем клея ПВА. Высушиваем это все феном. Теперь я скручиваю вот такие вот небольшие спиральки. Проклеиваю край, чтобы она не раскручивалась. Таким образом.
и приклеиваю их в хаотичном порядке. Вот таким вот образом к банке. Мне хочется сделать такой рисунок, хотя в принципе из вот этих вот жгутиков можно сплести и косичку, и ее наклеить, можно просто по спирали накрутить на банку. Но мне хочется сделать вот такой необычный рисунок в виде спиралей. Они у меня будут разного размера, разные по диаметру. Например, вот это чуть меньше я буду делать. Обязательно край проклеиваем. Приклеиваем вот так элемент. Придавливаем его хорошенько, чтобы он хорошо приклеился. Опять же, напоминаю, зависит от клея, от вашего, этот момент. Если он у вас хорошо берется и достаточно быстро высыхает, то в принципе можно и ПВА или какой-то другой клей. Здесь сделаю вот такую небольшую. Не забываем хорошенько придавить и сверху промазать клеем. Можно периодически просушивать, чтобы это все было быстрее. Вы как раз просушите и убедитесь, держит ли хорошенько ваш клей декор на банке. Вот что получается. Спиральки разного диаметра я размещаю в хаотичном порядке. Ну, так достаточно плотно друг к другу. И выходит такая необычная фактура. Когда уже дальше вы делаете по кругу, вы смотрите, какого размера спираль вам подходит. И ее приклеиваете туда. Вот так. Не забываем придавить и промазать сверху клеем. Высушиваем это все хорошенько. Вот что получается в итоге. Такая необычная фактура. Чем-то даже розочки напоминают. Сверху можно оставить так. Можно, например, взять, сделать длинные жгутики и приклеить вот так вот их. Можно сделать несколько вот таких вот спиралек небольшого размера и закрыть верх банки тоже спиральками. Сейчас я приложу, покажу, как это может выглядеть. К примеру, вот таким вот образом. Ну, мне больше нравится вариант просто с жгутиками. Можно даже вот так вот два сюда приклеить. Если у вас длинный получился жгутик, можно его аккуратно наискосок подрезать, чтобы место стыка не было утолщения на месте стыка. Приклеиваем и сверху обязательно покрываем еще слоем клея ПВА. Вот что получается в итоге. В принципе, неплохо оно выглядит и в белом цвете. Можно покрыть дополнительно акриловой краской любого цвета. Можно белой, можно розовой, можно в несколько цветов. Мне хочется вот сделать золотую. Я покрою золотой акриловой краской.
Вот что получается в итоге. Такая необычная вазочка. Очень структурная, достаточно прочная. Когда это все высыхает, оно становится похожим на дерево. Необычный дизайн. И при этом никто, я думаю, не догадается из ваших знакомых, из чего она на самом деле была сделана. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Здесь вы всегда найдете идеи для творчества из самых доступных и простых материалов.